Ханты-Мансийскую УКБ ждут перемены. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» здесь переоборудуют регистратуру, зону ожидания пациентов во взрослой поликлинике. Появится мягкий уголок и монитор со справочной информацией. Модернизируют систему освещения. А в стационаре УКБ установили более 200 современных телевизоров. Пациенты отделений теперь будут в курсе региональных и мировых новостей. Отмечу, в прошлом году изменения уже коснулись детской поликлиники Ханты-Мансийской УКБ. Это позволило сделать пребывание маленьких пациентов более комфортным.